Разрешение на стройку можно и не получать, правда, только если речь об объекте индивидуального жилого строительства. К ним относятся частные дома и дачи. С 4 августа о планах на возведение постройки нужно будет лишь уведомить местную администрацию. Если власти обнаружат, что в действительности объект не соответствует документам, то гражданина заставят его либо снести, либо перестроить. Изменения, по сути, уравнивают частные дома и садовые домики. Оформить первые становится легче, а вот вторые сложнее. Это уже немножко сложнее в отношении садовых домиков, потому что раньше нужно было только технический план и права на земельный участок, и все. Но до 1 марта 2019 года законодатель дал период, ну, как бы льготный, для того, чтобы граждане побыстрее могли оформить права именно в порядке, который действовал до 4 августа 2018 года.